Полиция. Мне нужно поговорить с Лайлой. Ее здесь нет. Ты родственник? Я ее сын, Джером. Джером, когда ты ее видел? Этим утром. Она была здесь, когда я уходил в библиотеку. С твоей мамой все хорошо. Уйди где-нибудь. Ты же ее знаешь. Сэр, она типичная тусовщица. Возвращается под утро с трусиками в сумочке, я вам отвечаю. Не хочешь разговаривать? Тогда я кое-что расскажу. Ты помнишь Канзас-Сити? Цирк приезжал туда каждой весной, как раз в мой день рождения. И вот я помню однажды, в 9-й день рождения, он и мамочка устали от своей игры, нажрись, присунив маш как следует Джерому, и решили передохнуть. В общем, ты спросил: Джером, почему ты плачешь? Сегодня мой день рождения. А мама и мужик со змеями бьют меня. Мы репетировали по-другому. Джером, прости меня. У тебя есть талант. А ты ответил: Джером, миру наплевать и на тебя, и на всех остальных. Лучше усвоить это сейчас. И ты ушел. Вы выяснили, кто убил мою маму? Ты ее убил, Джером. Ты всегда кормил ноубой, дядь. Помню еще в цирке. Мы наспор лазали в поварской вагон, чтобы стянуть печенье. Помню, ты тогда приготовил мое любимое блюдо. Что там был за особый ингредиент? У тебя есть еще родные? Моя семья — это цирк. Точно. Моя родина. Который ты макнул в кипящий куриный бульон. Вы ничего не знаете. Мой отец был капитаном на судне. Его звали Свен Карлсон, он погиб в море. И как называлось судно? Он сменил много судов. То, на котором он погиб? Мама не говорила. Нечего врать, что я не вымыл посуду, если сама в это время трахалась в другой комнате с клоуном, понимаете? Что еще сказать? Я люблю ее. Она была лучше всех. Или нет? Сказал, что я... стану